Найти источник неприятного запаха в Новосибирске попытаются с помощью специальных исследований. На них удалось найти деньги. Эксперты надеются таким образом узнать причину проблемы, на которую часто жалуются горожане. В настоящий момент ответственность за неприятные запахи, она законодательством не предусмотрена. И, соответственно, те пробы, которые берутся в рамках проводимых работ по контролю за данным направлением, оно не показывает превышение ПДК, и принятие каких-либо дополнительных мер не предусмотрено. По нацпроекту «Экология» продолжит создание лесного парка «Заельцовский бор». Для защиты крупного массива от застройки зонировали территорию, разработали особый охранный режим. Специалистам еще предстоит определить границы массива, поставить участок на кадастровый учет и получить одобрение федеральных ведомств. Решение о статусе «Заельцовского бора» должны принять в следующем году. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.